Тирасполе состоялась премьера театрально-циркового спектакля «Он и она. Историю любви». В 9 номерах артисты показали на сцене столичного дворца республики. Перед выступлением Настя и Сережа Хохряковы поделились эмоциями. Это теперь один большой спектакль, который действительно рассказывает всю нашу историю про наше, про зарождение нашей любви. Мы семья, муж и жена, также мои партнеры и по работе, и мы стараемся друг друга поддерживать. Нам всегда есть о чем поговорить, нам всегда есть что обсудить, что-то придумать, где-то повыяснять отношения. Сегодня артисты показали первую часть акробатического шоу. Завтра зрителей ждет продолжение под названием «Медовый месяц». Это самые яркие моменты из творческих путешествий, соединенные в необычном цирковом представлении. Над второй частью артисты думали и работали 8 месяцев. Вторым спектаклем мы вдохновились во время наших гастролей. Мы выступали с первым нашим спектаклем на круизном лайнере и очень много путешествовали, потому что круиз захватывал там Европу, острова различные, и тем самым вот эти гастроли вдохновили нас на создание «Медового месяца». Мы специально потом и летали в Париж, где снимали видеоряд для этого спектакля. То есть мы конкретно вдохновились и вот сделали за 8 месяцев, мы создали этот спектакль. «Медовый месяц» артисты покажут там же, на сцене столичного дворца республики. Начало спектакля в 6 вечера. Сережа и Настя Хохряковы приглашают всех и уже думают над третью частью циркового шоу.